Всем привет, с вами Джага, и мы продолжаем играть The Binding of Isaac Rebirth. Хотя нет, на самом деле мы играем в мод дополнение к этой игре. Фановское. Фанатское. Оно, конечно, неофициальное, но учитывая, что Isaac уже, в принципе, пройден по-всякому, почти, считай, полностью, вот попробуем мод. Мод что-то там интересное есть. А, там есть что-то интересное. Значит, это Savior мод. И в нем есть... новые персонажи. Целая куча. Ну, Айзек, понятно, есть. Адам, Ной, Мэри, Уриэль, Лэмп. Можно Лэмпом играть. Соломон, Лилит, Джизус, Иден и какой-то The Bound. Кроме того, конечно, ну это не так важно, есть новые испытания. Ну, почему нет? Что ж, пробуем новый забег. Что-то, ну давайте, я знаю, ну Адамом, ну нормально, посмотрим, что получится. Получится ли что? Что-то же должно получиться. Ну и кроме того, что тут переделали некоторых персонажей, ну, многих. Вот, еще переделали комнаты. Тут у нашего персонажа Адама есть лестница. Сразу есть, хорошо. И гвоздь. Это тот гвоздь, вот он, на пробеле. Который превращает в демона и дает одно серое сердечко. Ну еще в форме демона он, по идее, как-то топчет всякие вещи, которые можно разломать, типа там камни, черепа, все такое. Вот так, это нам предлагают два выбрать или оба два? Ай! F нажал. Ну хорошо, пусть так что ли и будет. Ну правда говоря, какие-то странные артефакты. Ну не знаю. Ну пусть будут. Типа мы можем от них отказаться? Да нет, наверное. Так, что еще? В магазин стоит заходить с одной монеткой? Наверное, нет. Где-то есть тут секретные комнаты. Где-то есть. Ну, пойдем глянем, что там есть. И мы не видим, сколько у нас сердечек. В общем, их два. Я думаю, их два. А. Если мы туда полезем... мы потеряем точно, 100%. Два сердечка. Тихо. Ну вот, я типа вылез. О, и как же это нам понимать? Ну хоть как-то. Как сюда попадать? Только летающим персонажем, что ли? Уоу! Ключик. Бомба. Ну. Получается, да. О-оу, и как отсюда... Ага, надо просто вернуться наверх, но... Что там вверх? Ну, там что-то же есть. Как тут что-то попадает? Вон там что-то лежит. Один, наверное, из знаков зодиака. Ну, как туда попасть? Только летающим персонажем, я так понимаю. Ну ладно. О, вот это хорошо. Нас вернули не в середину комнаты, а к входу. Ну мы хоть ничего не потеряли в плане здоровья. Глянем еще в магазин. Ну с виду обычный. Тот, что у нас и был. Ну я уже поигрывал, смотрел, так что тут бывают разные предметы, которых в обычном простом не купишь. Типа там лечение здоровья. О как. Включаем демона и пытаемся как-то с этим всем бороться. Что-то не пойму, красные фекалии их-то бьют или нет? Вот скотина. Вот эта белая мушка, она типа так... сейчас задамажит всех. Ну вот. Где-то все. Несчастье нам дали свинку-копилку. Обалдеть. Бомба! Ну, может, тут чего? Кошачья башка. Которая делает... пух! Да, как-то не очень.
Все, что есть, больше ничего нет. Что-то как-то не впечатляет. Ну, это может потому, что артефакты не очень. Ладно, идем дальше. Ага, половинка серого. Оу. Он хочет сердечки. Не дадим мы тебе ничего. Хотя, в принципе. А ну-ка, раз. Два. Ну, еще разок. Три. Спичка. Окей. Ё-моё! По периметру ничего не ездит. Было очень неприятно. Блин, это как-то... Да. Ага. Это надо туда попасть в центр и нажать кнопки. Наверное, так. Ну, может, обойдется только этим. Нет. Надо попасть в центр. Зайти в центр и нажать кнопки. Как все сложно. Эй, да ладно, это оно нам выключило свет по всей комнате. На всем этаже. О. О, нет. Ну зато. С нами тузик. Верный червь. Это как-то поможет. Возможно. Ну, честно. Кто такое? Почему? Откуда взялись? Обалдеть. Че, их тузик захавал? Ну, тузик-то молодец. Теперь не видно ничего с этих... Да как? Как это произошло? О, повышение дамага. Что-то... Какое-то оно странное. Ну ладно, хоть такое. Не успел. Успел. И успел. Все. Два сердечка есть, есть. Ага, сейчас, 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 сейчас. Оп, успел. А вообще-то 15 монеток. Можно сходить и глянуть, что там есть в магазине. Но нет ключей, вот такое. Такой вот расклад. Ну, может, сейчас выпадет парочка ключей. Хотя бы одни. Да ладно. То вместо ключей выпало. Ага, конечно. Так, бомба одна, да камня с крестиком не добить. Ну ладно. Гурлингсы, ну спасибо. Вот и ключ, кстати. Совсем не факт, что что-то хорошее мы там найдем в этом магазине. Так, что-то много существ, которые оставляют красные следы. Это печально. Блин, таки за дело. Фиолетовый шприц. Скорость и дэмэдж ап. Хорошо. Больше дамага. Ну, глянем, что там нечистый. Разошелся. Предлагает нам кошку дохлую. Хм. Ну что, мы возьмем. Все-таки 9 жизней. А также серых сердечек. И еще серых сердечек. Прекрасно. Ну, лучше бы, конечно, красных. А ну, красных, может, мы найдем в магазине. Что-то где-то вам только как туда попасть. Ага. Хе-хе-хе. Ой-ой-ой. По периметру ничего тут не... катается. Вот. Итого. Либо батарейку. Либо эффект замирания. В принципе, и то, и другое там сильно-то нами не надо. Наверное, возьмем, да и оставим это на следующий магазин. Вот так. А тут купим... Тут купим ключик. Вот ключик точно пригодится. Ага. Шипы оно высунуло. Свободно. Оно, камень. Ну, конечно, можно было взять еще одну бомбу и, например, добиться до камня с крестиком. Двумя бы... Ну, ладно, уже возвращаться как-то.
Можно, конечно... Ну, давай. Да. Ну, ладно. Думаю, ключи еще выпадут. Curse of the Blind мы не видим, какие артефакты. И это плохо. Ой-ой-ой. Да как это в этом уровне уже такое? Да вы зря так. Давайте вот взорвем эти... Нет, не будем их взрывать. Их всего два, это мало. Два грибочка... О, это жадность. И она стоит просто окруженная... Так. Окруженная дырками. О! Ну ладно. Фух. Ну, у нас есть лестница. Я все время не забываю. И вот эти вот сталактиты, это, по сути, переделанные камни. В них тоже должны быть крестики. Ну, в некоторых. Не вижу пока. Значит, не так часто они встречаются. Но они бывают, да. Все новые камни, они приделаны, ну, там, не знаю, камни во всех уровнях. В них были крестики, и в них есть крестики. Вот и первый ключик. Может взорвать? Нет. Вот, тут больше грибов. Лучше взрывать больше грибов. О, как он что придумал. Сожрал, да? Ну, красавчик. По-моему, он стал более, ну, таким активным, что ли. И ничего нет. Чудесная трата бомбы. И два артефакта, которые... Ну, не знаю, что это. Что это? Ну, двойной выстрел. Ну, это прекрасно. А что там вот еще? Что-то же еще есть. Найдем три монетки, узнаем. Ну, конечно, было бы хорошо, если бы это была черная свеча, которая убрала бы все эти проклятия и в будущем, и в любом уровне, докуда мы дойдем. Да. Да, было бы хорошо. Что, все? Ну, там еще есть всякое. Ну, пошли к боссу. Ну и да ладно. Как-то не сказать, что прям сильный дамаг, но не сказать, что и слабый. Так он и сдох. И дает нам неизвестный артефакт, который оказывается... Tears Up, Fire Code Handler. Что такое, не знаю, ну, в общем, Tears Up. Повышение слезок хорошо, хорошо, но... Но надо еще монеток. Парочка бомб. Все это было хорошо, весьма кстати. Пилюля с эффектом Tears Down. Да ладно. Ну это, хоть это хорошее. Бомбы становятся ключами. Одна бомба. Что-то надо было взорвать? Что-то не припомню. Опять еще раз жадность. Ну, хоть считается, что мы жадность забороли, или нет? Вот это не знаю. Но зато мы нашли монеток. Это как раз то, что нужно, чтобы прикупить неизвестный артефакт в магазине. А тут чё? Ой, чё тут? Ой, чё тут? А тут комната с артефактом. О, чё-то я забыл про неё. Все как-то за магазин, думаю, да, за магазин. Вот, блин. Все, что ли? Нет, да блин, ну как, да вот. Все, что ли? Ну, мы, конечно, получаем неизвестный артефакт,
который на самом деле Thunder Tings, Speed Speed Down, Neil Field, что это было? Ну, зато, по крайней мере, мы теперь можем давить грибы, и это и хорошо, и плохо, потому что они могут взорваться. Все, больше мы их не давим. Они могут взорваться. Против кого? Я не успел просчитать, против кого. Ну, окай. Пауки пошли вон, фу. Вот это потопчем. Ну, вдруг выпадет что-нибудь, повышающий дамаг. Что интересно, в бой нас пустят с нашим-то здоровьем. Ну, смотрите, пускают. И что там будет? 3 серых сундука. И пилюля, которая нам не нужна, потому что плохая. Вот такое. Ну ладно, и будет третий червь, который большой такой. Ай-е. Был большой такой. Все. Получается все. Ну и вот. И вот. И все. И в магазин. Купить неизвестный артефакт. Надеюсь, он будет хороший, вкусный и затащит нам всю игру. Вот бы это были или часы, или черная свеча, или все. Больше ничего нам не надо. Ой. Ну, раз уж так. Ну, что же это такое? И это... There is options, more options. Это знак вопроса. Отлично, знак вопроса, это хорошо. Вот как-то так. Ну все, пошли дальше. Нет, то, что он теперь топтать может все эти камни, это классно. Оп. Ну, мухи это не то, чтобы нам хотелось такое прям получить. Ну, хоть что-то. Пещеры, опять пещеры. Ну, давайте глянем, что тут. Вот, это хорошо. Это чудесно. Это мы используем, это мы получаем, это мы еще раз используем и выходим. Ну, да. И теперь будем ждать зарядки. Вот, теперь дамаг более-менее такой терпимый. Ага, ключик, значит. И это что? Эйбл. Окей. Куча помощников. Это, в принципе, хорошо. Но почти нет защиты. Вообще нет защиты. Ни копеечки защиты нету. Ни мухи, ничего. Ни маски. О, теоретически только вот эта защита башка козла, потому что сверху как бы защищают рога, и если кто-то сверху прыгает, он там получает люлей. О. Пилюля Balls of Steel. Отличная пилюля. Белокрапчатая карта. Two of Diamonds удваивает количество денег. Хорошо. Бомба становится ключами. А вот возьмем и возьмем. Как раз нам надо будет открыть всякие там комнаты. Ну, пошли искать комнаты. Большая комната. Наверняка что-то есть. Интересная комната. Куча грибов. И ничего нет, то есть вот просто так. Ну, классно. Конечно, может где-то есть камень с крестиком, но его вообще не вижу тут его. Слишком много камней. Интересно, у них тут гриб с крестиком не появился? Ну, глянем, что в магазине. Кубик четверка. Кубик четверка хорошая вещь, но нет. Он, если не ошибаюсь, реролит то, что есть у нашего персонажа, и там можно нареролить вполне хорошие вещи.
Там полет, куча сердечек. Может попробовать. Ну, в принципе, чем это будет отличаться от прохождения любым другим персонажем, которому попал кубик четверка? Давайте лучше будем проходить именно этим персонажем. Это как-то будет более традиционно. Ну и, собственно, тут брать больше нечего. Бомбу. Ну, давайте бомбу, все. Ну, чтобы была какая-нибудь неуязвимость такая вот. Ай. Ну и хорошо. Еще красный. Странно, красный не взорвался. Или с эффектом Health Up. О, повышение здоровья вообще классно. Ну-ка проверяем. Красный взрывается. Нет, пока. Tears Down, это не надо. Этот красный не взорвался. По-моему, это лотерея все-таки. Красные тоже наверняка взрываются. Нет. Что это? Стоп, крапчатое. С эффектом Speed Down. Нет, вот это не надо. Гадкие-пауки. Получите, распишитесь. Range Up. Это хорошая пилюля. Значит, это на стоп. Что у нас вообще за уровень? Это уровень Caves 2. Пещеры 2. Что мы еще не нашли? Мы не нашли комнату с артефактом. Ну, блин, скорость как уменьшилась ужасно. Этой гадкой пилюли. И не только от нее, кстати. Там еще что-то было. Top Diamonds. Еще удвоение денег. Прелестно. И, собственно, батарейка. Ну что, комнат еще много. Мы используем. Берем батарейку, еще раз используем. Ну, пошли дальше заполнять. О! Да что ж такое? Какое зло просто. Так, ну хорошо. Карта. 12 Clubs удваивает количество бомб. Ну опять какая-то гадкая комната в стиле черти что знает за комната. Ключик. И это все, что мы тут взяли. Если не летающий персонаж, то даже и не стоит входить в такую комнату. Но зато они новые и прикольные. Дизайн у них интересный. Пока интересный. Так, надо увеличение скорости. Я еще их топчу, эти камни, что у них, что-то может попасться, но может. Может там камушек, который повышает дамаг. Да, это может быть. И опять же, уже сколько комнат, а не зарядили. О-оу. О-о-оу. Так и знал, что заденут. Гадкие создания. Ну вот. Я что-то не понял, в магазине что-то было такое, что мы не взяли классного. Зато мы можем теперь открывать с желтых сундуков пару штук. Ну, было бы еще, конечно, найти интересно секретные комнаты. Ну да. А что мы там были? Мы были... Да, были. В комнате с шипами. Ну, с дверью с шипами. Ну, я не забываю, у нас есть лестница. Но это, конечно, не полет. Так, еще как раз одну комнатку, и мы зарядим наш чудо-артефакт. Что-то это хорошее. Shielded Tears. Отлично, слезы теперь защищены от...
защищают от выстрелов противника. Это хорошо. Берем грибы. Такие есть. Так, мы подорвались. Как раз полностью зарядим гвоздь. Какие гадкие черви. Только наш красавчик черный. Тузик фас. Ничего больше нет. Вот он, красавчик грибочек. Ну теперь-то вообще классно. Что за пилюля? Бомбы становятся ключами, но это нам, наверное, не надо. А красный не взрывался. И он взорвался. Ах ты гад. Предатель. Зато этот выдал то, что нужно. Молодец. Теперь бы еще в камнях выпал камушек, который увеличивает дамаг. Ну, пока что со здоровьем неплохо. С дамагом тоже вроде более-менее. Мы можем взять... В сундучке что? Бомбы. Пара бомб. А это Гурдия. Мы включаем демона и дамажим тут всех. Стреляющий Гурдия или нет? Непонятно. Гурдия. Свободен. И теперь нам предлагают что взять. Или усиление дамага. Или, кажется, скорость выстрелов. Вот это восьмерка. Ну, вот восьмерку. Shot speed up. Да, быстрее стреляем, это хорошо. Two spites, это еще увеличение количества ключей. Пошли глянем, что там нечистое предлагает. Предлагает серу. Вот это поворот. Серу, говорит. Сера, это прикольно. На два сердечка. А мы возьмем и возьмем. Взяли и взяли. Все. Теперь бы с защитой как-то разобраться. Это было бы очень хорошо. Ну, идем дальше. Так, курсы The Blind. Опять мы не видим. Походу, не видим. Что мы не видим? Артефактов мы не видим. Это плохо. Ну, в общем, да. Потратили. Камень с крестиком. Ну-ка, ну-ка. Вообще, куча сердечек валяется. Ну, это классно. Что-то лопнуло. Мы опять ничего не трогали. Оно само. Блин. Дамаг как-то не очень. А что, еще кто-то ходит? Не знаю. Пропало само. Наверное, а паука споткнулась. Кажется, если 100 камней разбить, вот появится что-то. Ну, это вообще-то ачивка была. Из-за нее появлялся именно камушек вообще. Как предмет, который можно подбирать. Ну, ладно. Что бывает-то? Что мы-то ищем? Мы ищем комнату с артефактом и комнату магазин. Магазин... Тем более ищем, что у нас деньжищ реально много. Ну, хватит на пару предметов таких. По 15. Но проблема, как всегда, в том, что мы не видим, какие же артефакты. Какие? Что выпало? Что выпало-то? Пауки, что ли? Об что? Кем? Ой, из него выскочил скелет, что ли, так? Наверное, так. Что-то пока ничего за камни не дают. Это будет бой.
по крайней мере, мы бомбу разменяли на две. Угу. Ну, окей. Вот все, начались попрыгушки. И закончились. Так им и надо. Ну и чего это? Balls of Steel. Пожалуй, возьмем, используем, когда совсем будет плохо. И что это было? Мы прошли круг и ничего нету. Печаль какая-то. Надо искать дальше. Искать дальше комнату с артефактом. А вот и босс. Ну, босса нашли уже хорошо. Какая-то определенность. Хм. Адам, выдыхай уже. У меня Адам ассоциируется вот с этими разрушителями легенд. Там такой один Адам. The Muffer, Damage Resistance. Ну, в общем, это если нас будут дамажить на одно сердечко, ну, будет забирать только половинку. Это хорошо. Ну, вот и магазин, в котором мы найдем первый артефакт. О, нет. Он не работает, хорошо. Второй Blue Map. Секретные комнаты, отлично. Вот теперь мы видим секретные комнаты. Самое время. Бомб хватает, ключи есть. Значит, можно идти по секретным комнатам, собирать всякое. Это ж подождите, это у нас Некрополис первый. Значит, еще может быть один, как минимум, магазин. И уж точно еще одна комната с артефактами. Отлично, вот она жадность, она здесь. Значит, второй магазин будет как магазин, но, возможно, там может быть супер жадность. В принципе, это тоже вероятно. Будем надеяться, что нет. Будем надеяться, что там будет магазин, и мы там прикупим часики, которые изменят ход времени в нашу сторону. Ну, тут что? Сундук, в котором пауки, как всегда. Противно смотреть, фу. И сюда мы не можем попасть, жаль. Нужен полет. Несмотря на то, что у него есть лестница, лестницы не хватает. О, это плохая штука. А еще хуже, когда их два. Гадюка. Вот как-то так. Нам предлагают выбрать. Вот ты берешь этот артефакт или вот этот. Какой ты берешь? Я беру вот этот. Тут шот. Стрелять зубами. Как бы ни о чем. Че тут? И тут. И тут. Ничего. А тут за красные сердечки. Он тоже непонятно, что дает. Че ты даешь тут за эти сердечки? Мы не будем брать, если непонятное. Ну ладно, там полет был где-то, это было понятно. Но ведь непонятно. Так, ну тут будет мамаша. С мамашей, думаю, мы справимся все-таки, Сера. Все дела. Оп. Пожалуй, пойдем к секретной комнате. Это будет разумней. Блин. Ну зачем? Зачем надо было подниматься вверх на шипы? В секретной комнате... Да. Да ладно. Лазерные пауки. Не может быть. В общем, мимо прошли секретные комнаты. О! Как ни странно, нам повышают еще характеристики. Я только за. Что-то, правда, повысилось непонятно, но повысилось. Главное, дамаг повысился. Это хорошо. Так, 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 стоп. Подождите. Что это такое вообще? Это же не магазин. Это секретная комната. И тут поджидала супер жадность. Значит, точно там будет уже 100 пудов. И грибок.
одну жизнь ап. У нас и так их было 9, а теперь еще и 10. Окай. 5 куда-то перекидывает. Не хотит, чтобы мы туда шли. Пойдем в другую сторону. Тут тоже у меня проблема. Напугали. Вот, пожалуйста, магазин. Где намекает. И тут... Да. Тут... Повышение здоровья и регенерация, а также... Ну, это будет заряжать предметы, но как бы... Ну, ладно. Ну, спасибо и на этом. Нет, это не часики. Совсем нет. Ну, ладно. Спасибо и на этом. Ой, а там какая-то комната двойная, секретная. О, прикольно. Двойная, это я еще не видел. Ой-ой-ой-ой. Ух, двойная. Подождите, это как двойная? Что там такое? Ну, такого точно не было. Так. Куча всяких артефактов, причем это злые артефакты и красные сундуки. Ну, у нас тоже как бы не самый добрый в мире тут персонаж. Опа, к нечистому. Предлагает книгу Белиала. На наш гвоздь еще производит серые сердечки. Кроме того, что усиление. Так что... нет. Вот это возьмем. Это ладно. Пилюли. Бомбы, ключи и неизвестные... Нет, неизвестную что-то брать неохота. Ну, эти уж лучше бомбы, ключи возьмем. Еще черное сердечко. Все в черных сердечках будет. А и хорошо. И отлично. Все остальное, наверное, не надо. Скорость, хвост, это все не надо. Опять куда-то перекинула. Что ж такое? Ну, наверное, тут-то уже босс. Кого мы должны убить? Блин, лазерные пауки. Ну, елки-палки, их же не видно. Ну, и там еще куча комнат. Стоп, это что? Это у нас глубины 2. Ну, надо кучу комнат все-таки глянуть. Ну, не факт, что там что-то хорошее, но может вдруг все-таки. Все-таки. Угу, монетка на шипах. Да ладно, еще лучше. Ха-ха-ха-ха. Жадность. Что-то как-то музыка громко играет, и боюсь, что она заглушает меня. И я не знаю пока, все, не допишу до конца, а такое. Ух ты, что это было? Это был костер, который притягивает. Ловко. Вы маленькие негодники. Короче, нас куда-то телепортировало в игровые автоматы. И, ну, да... Хотя удача, какая удача? Базовый уровень. Пожалуй, особого смысла нет тут что-то выигрывать. Хм. Ладно. О, карта куда? Джокер. Мы этого Джокера оставим на следующий уровень. Так, что тут такое? Hanged Man. Джокера возьмем. Это что? Бомбы, ключи. Ну, бомбы, ключи. Нет, Джокера... В принципе, мы тут уже были в Джокера. Тут он книгу всяких Белиалов предлагал. Окей. Хм.
потратить два ключа, чтобы получить кучу бомб. А вот потратим. В принципе, уже таких особых комнат с ключами не будет. Ну, разве что золотые сундуки, и все. И то я не думаю, что их будет много. Ну, ладно. Ну, так получилось. Да. Не Айзек, а Адам. Ух ты. Так, в общем, вот как-то так все побило нас. И в камнях даже нету камня с крестиком. Ну что такое? По-прежнему книга Белиала. Не, у нас гвоздь круче. И, ну, не знаю. Ну, давайте вот как поступим. Сколько мы уже идем? 37 минут. Давайте возьмем белый слайд. Но пойдем к нечистому. Вот так. Ну, окей. Ну, в том плане, что просто не хочу проходить полностью. Аж до самого последнего босса. Потому что там сюрприз. Оставим на других персонажей. О как. И все-таки радует, что комнаты новые. Так, вот это все ломать, конечно, можно, но тут опасно. Вот он, камень с крестиком, я его вижу. Оказалось, сундук. Оказалось, 2 of diamonds. Это удвоение денег. Удвоил. Вот, поехали к Джокеру. Что дает? Он дает следующее. Дает ошейник Катагапи. Ошейник Катагапи. У нас есть еще, собственно, ну, сам дохлый кот. Еще что-то котиное, и было бы хорошо. А еще он дает вот эту штуковину. Это вот тот Rotten Baby, который мухами стреляет. Но только тут он переделал под повелителя мух, типа. Прикольно. Да ладно. Да ладно. Ну, в принципе, можно было бы это все взять. Или не надо. Эх, возьмем, ладно. Всего ж только до нечистого идем, думаю. Ну, прикольно. Так, ну все, что тут было. Да, секретная комната. А ведь там может оказаться и магазин, и что угодно. Нет, это обычная вроде как секретная комната, но с кучей денег. Что еще может быть в этих трофейсах? Еще куча денег. Или куча пауков. Ну нет, куча денег. Денег хорошо. А, камень с крестиком. В котором серое сердечко. Отлично. Ну вот как-то так. Всех побили и ничего плохого не стало нам. 3 ключа. Ну, можно, конечно, попробовать зайти. Так, аккуратно. И оказалось, что тут просто монетки. Ну, раз уж мы их взяли, то возьмем. Красные сердечки, да ладно. Вот оно что. Все-таки магазин тут есть. Да только нам из этого да ничего и не нужно. Эй. Ну как? Обратно ключ забрать, и раз уж так мы зарядили батарейку, вот в этом смысле, ну... Да еще раз использовать. Все, у нас теперь полное здоровье. Ну и дальше надо заряжать уже по комнатах. Гвоздь. Так, все. Пинг. Вот это плохие штуки. И что это за... Неведомый эффект не надо. Все позитивные эффекты мы уже вроде использовали. А неведомые, вероятно, негативные. Значит, не надо.
Вниз. И внизу что? Внизу гурлингсы. Ах, вы мелкие гаденыши. Тут просто сердечки. И хорошо, что нету масок. И пока я их убивал, камня с крестиком что-то не заметил. Но зато я не видел тут же и взрывающихся камней, так что можно эти потоптать. Вдруг что выпадет? Ничего. Хорошо. Еще что-то есть? Конечно, есть. Как же без этого? Привет. Пока. Ну, сюда, наверное. Так, опять все камни, в которых ничего плохого не должно быть. Ну, хорошего нет. Ну, плохого нет. Это тоже, в общем-то, нормально. Секретная комната. В которой нас подстерегает куча пилюль. С эффектом неизвестным, с эффектом Balls of Steel. Это можно будет использовать. Speed Down себе оставьте. Health Up. Используем. И возьмем еще Balls of Steel. Кажется, вот это да. Ну и вот как раз красное сердечко. Хм, ну уж нет. Собственно, вот и босс. И это у нас уже что? Это первый босс. Ну, я знаю. В принципе, мы гвоздь зарядили. Ничего больше тут не надо. Ну, вот такое. Пошли к боссу. Это Локи, двойной Локи. Как он оригинально порезан пополам, строго, даже мозг видно. Ну, вот. Это какое-то раздвоение личности. Так, штука, которая сквизи. Ну, корона дает монеток, это как-то не очень. Сквизи дает монеток, в принципе, у нас и так хватает. Серых сердечек тоже хватает. Ну, пошли нечистому, а мы тут уже были. Надо. Надо, надо. Хм. Ну, значит, монеток нам не надо. Берем вот эту штуку. Tears Up. Усиление слез. Это хорошо. Ну, как бы это не слез, но усиление все равно. Ну, все, пошли дальше. Balls of Steel взяли. Серых сердечек целая куча валяется. Жалко, пропадают. И там еще неизвестные комнаты, в которых могло быть что-то интересное. Ну да ладно. Что за... Это у нас кубик? Нет, это не кубик. В сундуке сундук, в котором опять деньги. Опять все об деньгах. Это что? Это Health Up. Еще Health Up. Вот возьмем, че уж. Ну и как классно, регенерация сработала. Очень здорово, что у нас такое есть. Ну окей, ничего плохого пока не замечаю. Ну и хорошего не очень-то. Так, это с неизвестным эффектом. Возможно, это мушки. А я от них отказывался. А может и нет. А может... Всякое может быть. Давай. Ну, тут уже взорви. Ай-яй-яй. В общем, ничего нет. Ну, эту штуку можно было бы попробовать. Блин, нет, вот нет, значит нет. О, кто такой? Ну, более-менее. Задамаживаем за один пыщ. Можно проходить. Один пыщ, в смысле пыщ-пыщ, ололо. Пыщ,
Ну, хорошо. Комната выносится за один вот этот пыщ. Это отлично. Белое сердечко. Возьмем? Наверное, возьмем. Пусть будет 6 красных. Может, мы что-то сейчас еще их отдадим. Мало ли там. Бомбы. Ну, как без бомб-то? Вы что? Зачем нам вообще этот камень? Мы же можем так обойти с помощью чудо-лестницы. Чудо-лестницы. Нет. Хотя его можно взорвать. Что он даст? Ничего, но бомбу вернули, и хорошо. Так, с крестиком что-то есть? Упор не вижу. Скорее всего, нету. Миллионы мух. Все. Ну, там, собственно, комната секретная, к которой мы и шли. И тут же босс. О, как. И что это? Поспать-то и не дали. А взорвать это можно? Ну, это новая комната, конечно. Такого не было. Да, там босс, я знаю, ну, глянуть уж, что мы тут такого важного пропустили. Ничего абсолютно. Ни разу не важного. Ну вот. Пропустили пилюлей себе чуток. В принципе, там ничего искать не надо. Пойдем к боссу. Я думаю, все основные комнаты пройдены. Даже если мы найдем какой-нибудь игровой автомат, удача не настолько хороша, чтобы что-то там такое выиграть. Так что к боссу. И это... Мамашино сердце. Ух, елки. Что тут творится-то? Ну, вообще-то, комната стала попроще чуть-чуть. В том плане, что можно прятаться за камнями. Так, взяли-то мы белый. Белый слайд. Но пойдем мы к нечистому, наверное. Почему? Просто, чтобы как-то поменьше времени занял пробег. То есть такой неполный будет. Ну, наверное, да. Ух ты. Ух ты, чё. Как внезапно. Чё тут бывает-то? Тихо, тихо, тихо. Ключик. Так, ну, прикольно, да. Заодно красное сердечко. Но у нас-то все равно будет на одно красное сердечко больше, так что возьмем. И мы идем все равно сюда. Вот это тоже оригинально. Такое бывает, интересно. В общем, как-то разнообразие, действительно, вот так, такое внезапно что-то новое. Итого. Ну, это мы уже как бы вот так включаем... Плюс серое сердечко, и пошли разбираться со всеми негодяями. Как-то вот так вот нехорошо получилось. Это что такое? За 15 монеток, 10 бомб, я не против. Что за пилюля Ренча? Возьмем, ну не знаю. Также можно... Взорвать пару костров. Там бывают серые сердечки. И скинуть кучу деньжат в этот автомат. Пригодятся. До 20 дотянет. Обычно его клинит. До 30. 24, 25, 26. Бывает, его клинит на двух монетах. А тут вот что-то вот прям, не знаю, разошелся. Ну, себе 35 оставим. Все.
все, хватит. Но вдруг попадется какое-то еще что-то. Где можно что-то купить, типа магазина. Ну, это, конечно, странно, что они тут есть. Ну, может. Что-то я не пойму, а где... Ого, где далеко эти секретные комнаты? Наверх не надо было идти. И какие быстрые? Чего они такие быстрые? Я такого не заказывал. Ну, зато у нас вот прикольно, вот я не успел рассказать, но вот же появился повелитель мух. Вот, внизу, маленький, за нами летает. Мух пускает, да. Прикольно. Оп, руна какая. Анзус Вижн показывает весь уровень, и это хорошо. Что же нам показывает? Угу. Вот туда надо идти, к секретным комнатам, все правильно. Еще бы нам показывала, где какие лежат артефакты. Вообще было бы здорово. Ну и то, что она показывает секретные комнаты, уже само по себе классно. Что-то оно взяло и само лопнуло. Я ей не виноват. Так, а чего это такое? Speed down? Да нет, уменьшение скорости не надо. И так как-то некомфортно. Какой-то был демон, который повторял наши движения. Вот это негодяй. Ну, что я получил. Вот это плохое место. Фух. Еле-еле. Ну, серьезно, это было плохое место. Ужасное место. Секретная комната. Ну-ка, ну-ка. Ну, из грибов мы что могли уже выбили. Хорошее. Ну, в общем, берем этот Balls of Steel и используем где-нибудь на боссе. Стоп, а комната-то с боссом большая? О, нет, чувствую там что-то нехорошее. Черное сердечко, отлично. Кубик Д100. Ну, это прикольно, но нет. Мы уже слишком далеко зашли, чтобы все испортить. В принципе, дамаг отличный. Ну, терпимый. Полета вот нет. Это жалко. Но не факт, что он появится. Да ладно, и догнал. Ну ладно, все. Нормально. Ну вот, идем к нечистому, чего. По идее, для нас это должен быть последний босс. Что же нам тут дадут за комнату? О, нет! Да блин, достал. Да что ж вы делаете-то? Ну, серое сердечко. О, приехали. А защиты-то никакой-то и нет. Ну, а теперь самое злое. Выворачиваться от ног. И как-то их дамажить. Задамажили. Ну, в принципе, терпимо. Вообще-то мы выбирали белый слайд. И этот сундучок, это у нас должно быть окончание. Окончание игры. Глянем. Да, все правильно, это концовка.
Ну, так бывает, когда выбираешь там слайд белый, а идешь по черной ветке, тогда на нечистом завершается. Или то же самое, наоборот, черный выбираешь, идешь по белой, тогда на айзике завершается. И показывается эта концовка, ну, та, которая там должна быть. Ну вот, прошли, в принципе, что интересно. Новые комнаты, новые персонажи. Будем пытаться ходить дальше и другими. Кто-то же это делал, и это довольно-таки интересно. Что, спасибо за внимание, с вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!